наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас приветствуем в изобилии и достатке. И в этом видео мы хотим уделить внимание 11 января, поговорить, почему этот день считается печальным, и все же провести в этот день практику на привлечение изобилия и достатка в вашу жизнь. И это мы будем делать достаточно простым овощем, друзья, с картошкой. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы правильно все сделать. Вы знаете, 11 января наши предки не спускали глаз с маленьких детей и старались лишний раз не выходить из дома. Почему это так? Все дело в том, что сегодня считается день страшной. Почему? Потому что он посвящается памяти убитым младенцам на территории Вифлеема. И, как вы уже могли понять, день считается одним из наиболее неблагоприятных дней во всем году. И наши предки относились к этому дню максимально серьезно. И многие старались внимательно следить за своими детками. Их не выпускали за пределы двора или даже дома. Почему? Потому что считалось, что нечисть пробуждается, бродит по улице в человеческом обличии и ворует малышей. На ночь в колыбель прятали чертополох, а возле двери ставили топор, молот или серп. Все это служило оберегом. Но а с раннего утра посещали церковную службу, на которой молились за здоровье деток. Современным людям также следует быть осторожными, потому что этот день все-таки пропитан негативом и может нам подсунуть несчастье и проблемы. Поэтому, друзья, сегодня, 11 января, вы можете провести одну практику. Это практика на привлечение богатства в вашу жизнь. Итак, вечером 11 января вам нужно взять 7 картошин, положить их на подоконник и сверху каждой картошины положить по одной монетке. Золотая именно монетка, номинал здесь не имеет значения. И все это нужно накрыть белым чистым платком или белой салфеткой. И на это все нужно сказать 3 раза следующие слова. Картофель и ваши картошины, теперь вы друзья пятаков. Вы их полюбите и от растраты защитите. Друзей их старше к ним призовите. И ко мне в карманы кладите. Мое слово крепко, никому его не перебить. Эти слова практики нужно будет произнести 3 раза. Утром уже 12 января эти 7 монет положить в потайное место на 3 дня, а потом эти денежки вместе сможете доложить, потратить на какую-то вкусную еду. Картофель нужно будет закопать в земле. Если у вас мороз, снег, то постарайтесь подальше от всех где-то закопать в снег. На крайний случай вы можете это сделать в парке под деревом.